Итак, несколько взрывов в здании МГБ прозвучали примерно в 5 вечера. Сегодня в стране выходной. Многие гуляли вечером с детьми в столице, в парке Екатерины. Взрывы слышали и на Бородинке. Я живу в здании IDC, прямо недалеко от МГБ. У нас взрывной волной задрожали сильно окна. Кот спрятался, в панике долго не вылазил, мне немножко заложило уши. Окна не повылетали? Нет, не повылетали. Я проходила от шерифа от Минска, и возле Минска мы с подругой услышали 3 взрыва. То есть, в принципе, в центре было уже слышно? Да, отчетливо было слышно. Мы так все друг на друга посмотрели, но люди, кстати, вообще никак не отреагировали, дальше продолжили идти. Мы подумали, что какие-то учения. Мне кажется, провокация. Я в шоке. Не знаю, что думать дальше. Ну, надеемся, все будет хорошо. Слышали, что что-то там упало где-то. Мы подумали, что что-то упало. Ну, слышно было. Ну, как будто большие листы железа упали на землю. Съехало что-то такое. Да только вот нам позвонили, сказали, что взорвали. Ну, вот мы в этот момент проезжали мимо. Ни взрывов, ничего. Я даже удивился. Думаю, мы же мимо места. Может, мы и раньше проезжали? Не знаю. Слышали. С детьми стояли.